Улететь на отдых с долгами не получится. Но вместо слез и испорченного отпуска должникам предложат оплатить задолженность прямо перед посадкой в самолет. В новогодние праздники в аэропорту круглосуточно будут дежурить судебные приставы. Служители закона в экстренном порядке могут снять ограничения о выезде за границу в случае урегулирования всех споров. Задолженность она может быть урегулирована только одним способом. Либо предъявлением документов, подтверждающих оплату, погашение долгов, либо непосредственно внесением денежных средств перед вылетом для того, чтобы судебный пристав смог снять ограничения экстренно. В аэропорту будет отведена специальная комната, где приставы смогут оперативно помочь должникам в решении проблем с выездом за границу. Оплатить задолженность можно прямо на месте, что называется, не отходя от кассы, а в данном случае от трапа самолета. Должники смогут, узнав о своей задолженности непосредственно в аэропорту от сотрудников службы судебных приставов о том, что имеется задолженность, которая не погашена, погасить ее на месте путем внесения наличных денежных средств на квитанционную книжку судебного пристава-исполнителя, либо путем перечисления через терминалы, которые будут находиться в здании аэропорта, либо близ лежащих каких-то пунктов. Представители службы судебных приставов будут дежурить в Нижегородском аэропорту в течение всего праздничного периода с 28 декабря до 9 января.